какая-то. А ребята дописали к ней еще, ну, в общем, правильное дополнение. Вот, и стала эта песня про что? Я начну, ну да. Я помню, я же вспомню, да. Хорошо. Действительно залетают. О, дорогой мой, это сейчас начало только. Они когда еще... Ты не пробовал их запивать? Нет, было нечем до сих пор. Но не важно. Просто они еще когда чувствуют эманации искусства... Эманация. А словарь Брокгауза и Фрона. Эманация — это то, что... И флуктуации твоего... Флуктуация — это, да, я не знаю. Харизмы твоей изо рта. Они начинают на эти флуктуации лететь просто как нажаренные. Ой! Ага. Пошел ты. Есть у меня один сосед. Ламами. Не пил он целых 10 лет. Ламами. Тут выпил и пошел гулять между домами. А я как раз иду домой. Ламами. Гляжу, лежит приятель мой. И дворники его по жопе бьют ламами. Ламами, ламами, мами бьют, ламами бьют. Ламами, ламами, мами бьют, ламами бьют. Вообще-то он интеллигент, и папа у него доцент. А дядя, говорят, вообще еврей по маме. Он возвращался на заре, он обливал в своем дворе. И вот его теперь за это бьют ломами. Возглавлял местком, теперь лежит кусок куском, лишь изредка ругая дворника по маме. Я так хотел ему помочь, но не сумел их превозмочь. И вот уже меня по жопе бьют ломами. Если ты не пьешь, ламами, порядочен и всем хорош, ламами, и шнитки любишь, и Дидро читал томами. Ламами, ламами, мами бьют, ламами бьют.